Пыщ-пыщ. Море, океан. У нас есть звук. Да-да-да. Это что-то новенькое. Говорите с членами команды, нажимаю Е. Итак. Я стою рядом с какой-то фигней. Где эта фигня? Просто вот здесь лежит. Вот это да. Получено достижение залежи. Круто. Ух ты, ничего себе. Том Райдер. На его стрим. Странненько. Мы стримим, ну, не знаю. Два раза в сезон. Там, летом два раза. При хорошем стечении обстоятельств. Иногда зимой разок. Подписаться, по-моему, пока у меня нет такой функции там. Подписаться. Можно ли подписаться? Можно записать в блокнотик просто имя и каждый раз вводить. Это, по-моему, оптимальный вариант. Блокнотику. Блокнотик не отформатируется же просто так. Для этого нужен хотя бы код. Задонатить. Можно посылать деньги. Кстати, а как задонатить? Через пенсионный фонд, я думаю. Оптимальный способ через пенсионный фонд. Этот платеж 100% придет именно мне. О, здорово. Килибримбор. Как наяву. Видит он меня. Дембель, блин. Чё там, гоняешь слонов? Или все, откинулся? Я вижу тебя. Или это бот? А, сегодня воскресенье. Ты, наверное, в увольнении. Куда я иду? А я бомбу нашел. Кстати. Ну-ка, полезли назад. Назад, я сказал. Вот, да. Там бомба. Я не могу отпускать бомбу. Где ты? Или это не бомба? Да я что, не попадаю в эту штуку, что ли? А где бомба-то? Или это не бомба была? 25 дней еще. Да. Самые, наверное, эти, да, такие? Ага. Прям вот. Да когда же это все кончится? Да? Такое примерно состояние должно быть. О, человек. А чё он стоит так вот без дела? Как вы меня заметили вообще? Ах
Это из чего я стрельнула? Из карабина? Карабин прикольный. Да куда ты, блин? Я не умею стрелять. Да хорош. Ну и стрелок из меня. Ну и стрелок. Надо сохраниться, что ли. Ничего, не расскажешь нам историю? Лара, нет? Нет, но Лара не хочет нам рассказывать историю. Ладно тогда. Нет, так нет. Куда это меня ведет дорожечка? Что там система за систему запускаешь? Ты аккуратней тут. Ящичек. Е-е-е, я собрал какой-то лук. А что может быть еще за лук? Я вроде все луки уже собрал, нет? Так, вон бомба. Попаду я в нее. Да. Мина, точнее. Так. Как наверх-то? Давай лук соберем. Спортивный лук. Вот это да. Спортивный лук еще круче, чем остальные луки. Ну-ка иди ко мне, солнце мое. Разрывные. Чего? Стрелы с разрывными наконечниками. Обалдеть. Стабилизатор. Увеличивает урон. Так, 300. Бронебойные. Да вы с ума сошли. Это что за лук такой? Так, 240. А надо 650. Не могу сделать разрывной лук. Ай, беда. Надо срочно набить чаек. Хрена ты, путешественница. Посмотри на нее. Так, где там та штука, которую меня не пускали? Лара! Мы услышали взрыв и подумали... Алекс, он остался на корабле. У всех, кто с тобой рядом, резко падают шансы на выживание. Грейс! Золотые слова. Подальше. Давайте поедим, а? Эти ублюдки притихли, но сильно сомневаюсь, что это надолго. Если уж мне суждено умереть здесь, я предпочту умереть сытым.
Накормишь человека, спасешь его душу. Наконец, хоть какой-то позитив. Когда Рейс отремонтирует катер, мы вернемся в цивилизованный мир. И нам точно будет что рассказать. Надеюсь, никогда больше не услышать имя Пимика. Мы можем отплыть с приливом. Нет, не можем. Вот только не начинай опять, Лара. Не только Лара считает, что мы здесь в ловушке. Матиас тоже в этом уверен. Я видела это по его глазам. Он думает, что воскрешение Пимика – ключ к побегу с острова. Боже, это безумие. Хотя здесь все безумие. Эти бури – неприродное явление, признайте это. Она права. Когда Эндьюранс попал в бурю, я почуял что-то темное, что-то живое. Остров проклят. Лара, ты куда? Под базой на утесах какие-то развалины. Нечто заставило их поверить, что бурями можно управлять. Я должна знать, что они нашли. Мы отчалим, как только сможем. Так что не задерживайся. Я без тебя не уйду. Зачем мне вообще стальное оружие, если у меня лук с разрывными стрелами? А? Ну-ка. Зачем мне лук с разрывными стрелами, если я не могу ни в кого попасть? Смотри, убивает кабана теперь с одного выстрела. Да, это прикольно. О, опять да, начали опыт давать. Значит, появилась пища, как я. Дичь появилась снова. Развелась. Так, ну, ага. Не дал ей договорить. Ну рассказывай, чё? Чё за пещера? Место поклонения к чему? Давай всё покрутим для начала, да? Буёк куда-то уплыл. Так, буёк поплыл, подвинул эту штуку. Мы могли бы перепрыгнуть туда, но мы не сделали этого. И теперь буёк что сделает? Приплывет назад. Интересная у них тут система буйков и течений. Забавненько. Так, ладно. То есть так я туда не допрыгну, да? Хотя вроде не кажется, что это очень далеко. Ладно, я вас понял. Здесь у нас что? Что они тут делают? Чем занимаются? Так.
Что с этой штукой надо сделать? Эту штуку надо подвинуть куда-то сюда. Так, вот. Ага. А, она сразу и не подвинется, да? Вот же, блин. Так, тогда что? Нам надо крутить, потом вон ту штуку стрелять, а потом бежать. Или нет? Давай пробовать. Побежали. Ненавижу головоломки. Наверное, это склад продовольствия. Наверное. Тысячелетней давности? Что у нас тут? Сейчас в карман что-то положит, а мне не покажет. Вот смотрите. Раз. Оп. Вот зараза. Сила разума. Доступна модификация. Берег печали. Найдена карта тайников. Здесь что-то есть рядом со мной? Ничего нет. Прекрасно. Так. Здесь есть трос. Ну-ка, погнали. Че, а? Кто-то стрелял? Показалось? Так, давай, что там мне? Ритуальный зал этого монастыря. Нам нужно починить лодку. Даже не знаю, как уговорить остальных направиться вглубь острова. Но уж придется постараться. С Рейс будет труднее всего. Она рвется к дочери и сильно горюет по роту. Мы все горюем по роту. Пока я не пойму, зачем Матиусу понадобилось Сэмми. Но это уже и не важно. Главное, сейчас она снова с нами и в полной безопасности. Че, я пистолет нашел? Теперь у меня какой-то супер пистолет Магнум, да? Еще 12 патронов. А, 12 патронов. А здесь... Замена механических частей. Дуло. Да и блин, не дуло. Ствол. Ну что вы за люди, а? Дуло, блин. Телебрибор вам расскажет, где дуло, да? Прапорщик телебрибора расскажет, где дуло. Мой прапорщик бы вам тоже показал, где тут дуло. Переводчики, блин, дуло. Так, ну мы копим на лук. Нам надо взрывоопасные хрени. Так, навыки. Это мы выучили. Это у нас твердая рука. Это... Даже не знаю. Давай лук доучим. Или, блин, посмотрим все-таки, что это за грязная борьба. Да я их уже убиваю со второго удара. Они мне предлагают грязью в них кидать. Как-то не очень. Звучит.
Давай лук. Где лук? Добьем лук. Ачивку дадут? Ачивку дали. Историк. Почему историк? Не буду спрашивать. Историк так историк. Собственно. Отличный прыжок. А мы сможем здесь выбраться? Нет, это слишком для нас. Действительно. О чем я думал, когда собирался забраться на этот мостик из воды? Нет. Мы не настолько прокачанные, да? Чтобы дотянуться до этой хрени. Твою мать, я качаю эту девчонку. Учу ее всякой херне, а она не может руки из воды поднять, а? Стерва. И здесь. Отлично. Это просто кошмар. Ужас. Ну как? Как это вообще возможно? Скажите мне, ну. То есть... Эй! Блин, надо было просто выбраться там, да? Раз она не может допрыгнуть. Я тоже, конечно, хорош, но... Но я просто так... такого вот от нее я не ожидал. Разъедительница, гробница, блин. Не может руки из воды вынуть, чтобы дотянуться. Позор, позор, мадам Крофт, мисс Крофт. Так. Что у нас еще была какая-то хрень, которую я не добрал в прошлый раз? Вот это вот где? Сходим. Так, 9 из 15 тайников. И где-то была бомба еще. Где? Все, отсюда нам не выбраться. А где бомба? Я забыл, где она.
Нету. Потерял. Ну нет, и сюда нет. Так, я помню, я что-то еще вон там не сломал. Надо поговорить с кем-нибудь, да? Нет? Значит, у тебя теперь все есть? Да. Сейчас закончу с этим, и останется лишь прочистить клапаны. Остаешься? Нет. Я осмотрю ту базу на утесах. Что ж, значит, иди. Мы не станем тебя ждать, Лара. Мне некогда болтать. Надо починить эту хрень. Спишь? 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 Сэм! 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 Или кто? Спишь? Сэмми здорово досталось. Я позабочусь о ней. Она должна хорошенько выспаться. Больше всего в жизни я боялся бы вот таких заботливых козлов. Удачи тебе на базе, Лара. Я хотел бы пойти с тобой. Кто знает, какие тайны она хранит. Но мне лень. Давай лучше помолчим. А где толстый? А вон. Ну, в смысле, сильный. Где сильный? Я здесь подежурю. Собака. А остальные отдыхают. Пойдем со мной, блин. Будешь дежурить всю ночь? Уитман попозже сменит. Ну-ну. Ты все еще ему не доверяешь? Нет, и тебе не советую. Пока меня нет, ты присматривай за ним. Надеюсь, ты найдешь все, что нужно, Лара. Где ты? Пока дают опыт. Значит, не надо очень часто их убивать просто. Так, что-то мне надо было уронить куда-то. Я только не помню где. Где-то вот здесь. Так, а вот это где у нас? Оттуда я могу попасть? Наверное, не с этой стороны, да? Так. 3 минуты перерыв.
тут никто к ней не приставал? Вроде все нормально. Так, эту штуку надо выломать. Жумар. Французское название какое-то. Жумар. Или египетское. Ты на что надеялась, а? Или мы поднимемся? А, мы так залезем. Вот здесь вот мы можем залезть, да? Что нам стоит? А туда вот из воды на бревнышко мы не можем. У нас, видите ли, лапки. Те враги. Нет врагов. Граната. Потуши. Потуши или погаси, правильно? Лара, потуши. Нет, Лара, погаси. Как правильно? Лара, отвяжись. Там что-то есть наверху? Где эта вот штучка? Блин, наверху. Как я и думал. Вот здесь вот она нормально запрыгивает. Почему она из воды так не может? Так, 583, а на разрывные стрелы мне надо 650, по-моему. Да ведь? Никто не покажет мне, сколько мне надо стрел. Пока я не дойду до лагеря. Так. Куда бы ты хотела сходить, а? Как у тебя настроение? Вот куда ты хочешь, скажи. Смотри, сколько мест разных. Где тебе больше нравится? Пойдем вон туда. Только нам куда вот надо? Куда нам потом ползти-то? Направо, наверное, да? Значит, надо... Что такое? Нам еще не дают, блин, куда мы хотим воткнуть эту штуку. Как все привередливо. Еще как медленно едем, погнали. Нам сюда, да? Прыгай. Молодца. Этот остров даст мне даже больше, чем я ожидал. Безусловно, все аборигены тут ненормальные. Еще эти бедолаги с Эндьюранс. Такое горе. Зато какой драматизм ситуации. Не только легендарный Яматай, а еще и кораблекрушение, и совершенно новый культ. Материала хватит минимум на два фильма, а то и сериал.
Боже правый, это открытие потрясет весь мир, и я окажусь в центре внимания мировой общественности. Какое счастье! Я же все поставил на эту экспедицию. Но сейчас нужно быть предельно осторожным. Ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Дайте мне только добраться до этого Матиаса, и я объясню ему, что нам выгодно действовать совместно. Ведь сам же он не может верить в то, что проповедуют этим людям. Они просто сломлены и растеряны, а я верну их к цивилизованной жизни. Да спонсоры в очередь выстроятся за таким эксклюзивом. Это грандиозный сюжет! Юху! Видали? Слыхали, точнее? Круто-то! Так, ну куда мы залезем вот на эту штучку? И отсюда будем как вороны. А, нет, нам еще надо выше. Я-то думал, я просто так залезу на эту хрень. А мне сюда и надо, да? Ненавижу высоту. Кошмар какой. Там руки начинают трястись. Ручки и ножки. И в душе все. Так. Жуть. Так, здесь мы допрыгнуть уже, да? Здесь моя допрыгнуть. Так. Беги, Лара, беги! Ужас какой! Фу. Обошлось. Так. Чё нам дальше? Куда бы нам пойти? Можно вот туда вот прыгнуть, а можно куда-то еще наверх залезть, я так понимаю, правильно? Конечно же, мы выберем наверх залезть, потому что... Как тут не залезть наверх, когда все страшнее и страшнее? Да пошло оно все, да? Так. А там он что? Там он какая-то... Туда тоже он может спуститься. Ну вот, а мне даже патроны не нужны. Гаси, спалимся. Так, сюда нам некуда, да? Пойдем, давай, по трубам гулять. Что мы еще? Лучшее, что можно придумать, погулять по трубам. Давай. Оп. Давай. Так. Так, 598. Маловато. Верим!
смысле на помощь? Вас много там, что ли? Ах ты ж, блин, зараза. Ей конец. Все. Так, значит, да? Где мой глушитель? Ой, лук пролетел чей-то. Ну, что у вас тут есть? Запчасти есть? Так, мне надо еще запчастей. Мало запчастей. Давайте больше запчастей. Еее, теперь у меня разрывные стрелы есть в луке. Хана вам всем, господа. Хотя вам и так хана была. Так, я могу вон туда прыгнуть, нет? Блин, они вот спустились. Они спустились по веревке, а я... Мне это не позволено? То, что, блин, могут делать какие-то засранцы, мне это не по силам? Что за такой сексизм? Ладно. Все равно найду, когда вас добраться. И тогда предъявлю за это все. Да ладно. Каблуки не самортизировали. Зато патрон нашли. Как все сложно. Еле зацепился. Есть кто? Никого весь? Так, теперь мне надо туда прыгнуть, да? Мне надо эту штуку сломать или нет? Блин, мне кажется, она провалится. В Курцпилл? Нет, не играл еще. А ты? Я видел, ты там что-то уже ачивку какую-то сделал. Я что-то не знаю. Как там, русский язык нормальный? Как вообще игра-то? Вообще можно было так посмотреть? Любопытно же.
Подожди, ты же не играешь за Дев. Я, говорит, и не играю за нее, я ее просто создал, да? Ну, вообще... Вообще в этом, как ее, ну, в самом магазине написано, что там есть русский, я поэтому и удивился. Так, что делать-то? Так, я куда-то навернулся. А, вот это можно взорвать, да? А, туда тоже можно залезть. Фига себе. Вот это отличный был выстрел, просто сказочка. Это дары древним правителям Яматая? Или тут была какая-то битва? Ну, дырок нет, возможно, битвы не было. Так, а зачем вот это вот хрень? Туда-то я не могу пройти, да? Помидорка. Иди ко мне, моя-то. 20 опыта на дороге не валяются. Хотя валяются. Кто здесь костры разжигает, я не понимаю. Солнечный убийца. Получайте опыт в ходе испытаний. Так, опять не искать тотемы. Зачем ты так прыгаешь? Подожди. Так ведь можно и ноги сломать. А вы где, господа? Ушли. Обиделись, что ли? Погаси, погаси, спалимся. Блин, вон какую-то штучку забыл там. Я же оттуда пришел. Нельзя расположиться в лагере, если рядом враги.
нашли гробницу. И тут появились демоны, они. Сначала погас свет, потом раздались крики. Не знаю, кто кричал, мы или они, но этот жуткий звук до сих пор у меня в ушах. Они были в доспехах моих предков и рубили нас древними мечами. Выстрелы, крики, кровь. Мы ничего не могли сделать, ничего не понимали. А затем тишина. Они ушли. О боже, неужели они ушли? Почему всех не убили? Теперь старший капитан Осака. Мы покидаем базу, но не остров. Нас перебрасывают к монастырю. Другого выхода нет. Мы должны идти за Они, все мы. Если нельзя завладеть силой звезды, ее надо уничтожить. Но я знаю, мы все погибнем. Так, ну-ка я посмотрю. Секунду. Почему я думал, что там есть русский? Я должен проверить. У нас просто разные магазины, может? Ты же теперь где? Судя по VPN-у, ты живешь в Нидерландах? Смотри. Так. Курцпел. Языки. Русский. Видишь? Русский интерфейс, русские субтитры. Так что не спорь с магазином Стима. А то они не передадут твое послание в Epic Game. Что это было? Постой-ка, я проверю. Помогите! Проклятие! О, я в руку попал. Не знаю, насколько это хорошо. Так, ну теперь я могу посидеть у костра и прокачать свой лук до взрывных стрел. Это что еще такое? Зачем я взломал эту хрень? Чтобы их привлечь, что ли? Я мог просто гранату кинуть. Так, снаряжение. Где мой лук? Лук-убийца. И 660... А, все отлично. Все. Да ужас какой, что за стрелы. Ты посмотри только. Это кошмар какой-то. Ну-ка. Так, это какие? Это простые, это огненные, это вот взрывные. Как их отличать? Это поджигающие площадь типа должны быть. Так, это взрывные, поджигающие. А, вот взрывные, простые. Бьющий по площади. Угу. Донатная хрень.
Куда тебе больше-то? Тебе одной бабы мало? Есть кто живой? Тишина. Гробница должна быть где-то внизу. Уверена? Так, что нам надо сделать? Вон туда, что ли, залезть? Или что? Зачем мне туда? Надо туда попасть. Зачем мне подсвечивают те штучки? Что с ними надо сделать? Лифт застрял. Может, это и к лучшему? Нужно заставить этот лифт двигаться. Кажется, я неправильно заставляю лифт двигаться, да? Какая-то другая должна быть способ заставить его. Или нет? Вот туда мне и надо. Туда тебе надо, да? Ну ладно, их просто надо разбить. А, они просто... Чем разбить-то их, эй? Господа! Взрывными стрелами? А если бы у меня их не было? Это не взрывная оказалась, да? Ошибочка. Да что такое, блин? Хватит стрелы переводить. Да что делать-то с вами?
Идите в жопу, вы что, издеваетесь, что ли? Я на верном пути. Просто нужно найти способ спустить этот лифт. Да. Такая си история. Центр агенту. Точка. Тринити недоволен отсутствием прогресса. Точка. Приказ овладеть феноменом звезды. Точка. Отправляем нового агента для обеспечения успеха операции. Точка. Нового агента. Старые агенты кончились. Так, 3 минуты перерыв. Нужно убрать еще 3, тогда лифт спустится. Так, говорят, что мне тут лестница, башка попадет. Нужно убрать остальные стопоры. Я что-то боюсь туда лезть. Да кто бы полез вообще, да? Вот ты, вы бы полезли? Если бы был такой знак. Уверена, что это стопоры вообще? Стопоры как-то по-другому работают. Так, лестница. Ладно. Нужно убрать еще 3, тогда лифт спустится. Да ты что? Эу. Ну что? Никуда нельзя залезть. О, там вон. Вот меня там ящики прячут. Да кто так вообще придумывает ящики вешать, а? Зачем? Для чего вешать ящик под потолок? Что, для вампиров, что ли, а? Ну что это такое? Нужно убрать остальные.
Остальные стопоры. Ну, пойдем убирать остальные стопоры. Или нет? Возможно, сжечь или что-то там, чтобы вы не висели тут. Так, где тут есть стопоры? Блин, здесь нет стопоров. Ну, ну, чё, там я есть. Я должна пробить себе выход. Так, пробить себе выход. Допустим, ты пробила себе выход, а... Где мы вообще? Угу. Так. Здесь мы не залезем, да? Нам надо... Так, у нас какой-то супер трубовик сделался. Чё-то я заблудился вообще. Как тут? Два есть, и ещё два. Как тут все устроено? Это где вообще? Так, сюда я не могу, да, пройти? Почему я не могу туда пройти? И сюда не могу пройти. А как туда пройти? Опустить эту штучку, да? Да ёлы-палы. Как? Пока он едет, что ли? Ух, головоломки. Нет, стоп. Сюда. Здесь мне нечего больше делать. Ненавижу головоломки. Два есть и еще два. Да... Прыгай, блин. Да... О, там туннелька. Так, теперь мне все заново надо делать, да? Правильно я понимаю? Какая красота. Так. Лифт. Стопоры.
хрени всякие. Так, что мне надо сделать? Так, нет, этот я уже сломал. Так, этот я уже сломал. Этот я уже сломал. То окошко. Окошко для чего? Так, здесь у нас что? Здесь закрыто. Чтобы сломать что-то. Ну-ка, давай поднимем его сюда. Иди сюда. Сюда иди. Сюда иди, я сказал. Смотри сюда. Вот. Ох уж эти лифтовики-ремонтники. Затейники. Окей. Еще один, и лифт сдвинется с места. Ура! Так, ну, а как? Надо наверх еще. Надо делать ту штуку, которую я не смог сделать. Так, сюда не надо уже. Полезли выше. Так, сюда мы не можем попасть. Для чего? Мы и так все раздолбали. Так, все я подобрал. Можно херануть туда, да? Просто. Просто прыгнуть туда и все. О, там вон эта штучка висит. Как мне попасть? Где ты висишь? Внизу. Этого. Там люди. Нет никого.
Почему ты спрашиваешь? Сейчас узнаем. А где ты вообще? Ась? Вас там двое? Нет, мне никогда в тебя не попасть. Ну второй же не будет, да? Да не, второй бы ни за что не заметил, что у этого пацана в голове дыра. Он просто подумал бы, что у него голова болит, может быть. Да? Правильно же я говорю? Ну, вот, именно так все и есть. Сложно предположить, что его кто-то мог убить. Еще один шлем династии Джо. Похоже, даже императорский. Ничего себе! Да он, по-моему, такой же. Как ты вообще их различаешь? Императорский он или нет? Тот же был таким же. Так, стоп. Ну ладно. Мне надо. Новая модификация. И а как туда он достать? Тележку надо разогнать, нет? Вот эту хрень. Ну-ка, блин, а я могу что-то с луком делать? Ну-ка, Рин. В смысле только арены? Я не знаю. Ты же, блин, у нас этот эксперт по Курцполу. Чё ты меня спрашиваешь? Ой, там что-то пропустил. Ой, здесь вот что-то пропустил. Почему я не могу эту штуку выделить? А эти с тобой, фанаты Курцпола, с тобой согласны? Так, ну-ка я залезу туда. Да, вот где можно залезть, оказывается. Чё там пишут в отзывах? МК лучше или нет?
Может быть, в отзывах написано, что МК отстой. Курцпл топ. Что значит? Ты что? Толпа всегда права. Кто-то стоит или что это? Dragon Nest был прикольный, да. Так, только я что-то... Чем-то я был занят. Мне некогда в него было играть. В танки, что ли, играл, блин? Или какая-то игра была? В это время. Куда я бегу? Остановите меня. Куда мне надо? Просто наверх, сейчас начнет все рушиться, как обычно. Блэс? Ты имеешь в виду? Блес? 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 Солворки? Эти фигуры. Воины. Они были в гробнице Пимика. Они ее охраняли. Ну, еще не закрыли, только собираются вроде. Это ты? Значит, ты был полководцем. Ты совершил сеппуку. Почему? Там записка, думаешь? Какой красивый. Ай. Все еще острый. Записка. Дорогая Пимика. Я подвел мою императрицу. Обряд был прерван. Жрица Хоси знала, что ее спасет только смерть, и покончила с собой. Теперь первая и последняя императрица Солнца всего лишь душа в разлагающемся теле. Ее гнев порождает бури, которые не утихнут, пока ее душа привязана к этой земле. Мои штормовые стражи поклялись защищать ее. Они должны продолжать, но я не могу. Душа, запертая в разлагающемся теле. Значит, вот что вызывает бури. Чтобы прекратить бури, нам нужно уничтожить тело в ритуальном зале. Как же мне убедить в этом остальных? Они как? Они нормальные здравомыслящие люди. Они никогда в это не поверят. Черт, пора выбираться отсюда. В смысле выбираться? Давай всех убьем. Что значит выбираться, блин? Давай всех убьем. Куда мне вообще надо? Хватит мне музыку включать страшную. Я туда вон хочу. Я не смогу туда допрыгнуть, да? И залезть туда не смогу. А зачем тогда эта штука? А, теперь смогу. Вот значит как, да? Что?
Граната! Поберегись. Что я делаю? Что ты творишь, блин, мать? Так, ну-ка отлежись чуть-чуть. Я не попал. Убью! Блин. Тебе конец! Да и блин, да как так-то? О. Всем другое дело. А почему голова-то осталась целая? Блин, задержись. Все, что ли? Я подержалась. Фух. Гранатокиды. Ненавижу таких. Так. Свертясь онлайн. А кто тебе? Кто должен его раздавать? Ну-ка. Я что-то напомню. Лостарк скоро уж раздадут, блин. Осталось полгода всего. Я вот допройду Том Рейдера, и уже Лостарк будет. Ну, в Борду еще ты не играл. Пока ты Борду пройдешь, две Борды, все уже будет уже Lost Ark. Но ты уже скажешь, да нахрена мне Lost Ark, когда есть Борда. Да-да-да. Они еще, блин, время замедляют. Думают, что я от этого быстрее буду соображать. Теперь вообще непонятно, когда прыгать. Так, перерыв прозевали. Стой вот здесь, красивая. Красивая, молодая, с факелом. Волосы только не спали. 3 минуты.
Куда мы шли? Лара! Черт, где ты? О нет, что случилось? На нас напали! Помоги! Господи, нет! Я должна туда вернуться. Да ты задрал уже, иди в какую-нибудь одну сторону, а? Туда ей надо, сюда ей надо, а? Определись уже, ну что ты за человек? Человек упал, кстати, ты видел? Господи! Человек упал в пропасть! Да мне зачем? Ну, если на всякий случай, что? Там что-то есть? Я не знаю. Пошли вниз. А там? Там ничего нет. Кажется, мне не попасть отсюда. Блин, можно было вон там спрыгнуть. Посреди дороги. Вот. Спасибо. В смысле, вот? Серьезно. Она подошла и подняла ее за руку. И сразу все. Что случилось? Когда все началось, Уитман забрал Сэмми и исчез. Он увел ее к Матиусу. А мы не верили. Черт! Я тебе не верила. Что будем делать? У нас есть катер. Пойдем за помощью. Они этого и ждут. Ты была права насчет Уитмана. Ты же но... сама видела эти бури. Они топят и сбивают все. Во время Второй мировой здесь были ученые. Они считали, что этими бурями что-то управляет из ритуального зала. Послушайте, я еще пока не все поняла, но Сэмми увели. Это все связано. Если мы уйдем, не узнав правды, погибнем. Так же, как те пилоты. Так же, как Рот. Слушайте. Что бы здесь ни было... Пусть Лара разберется. Возвращение в это осиное гнездо, самоубийство. Ее ведут не туда. Они направляются в ритуальный зал. По этому притоку мы к ним подберемся. Рейс,
Я знаю, как сильно ты рвешься домой к дочке, но борьба еще не окончена. Очень прошу тебя, ни о чем не спрашивай, просто доверься мне. Ладно, спустим его на воду. Как будешь готова, поднимайся на борт. Подожди, я вот с этим поговорить надо. Нет? Эй! Ты что там делаешь? Что это за хрень? Хватит руки через бревна совать, а? Бесстрашное создание. Так. Где-то мы что-то могли взломать. Нет? Я помню. Не помню где, но помню, что это было. Вон ящик лежит ничейный. Откуда-то. Надо взять. Так. И костер мне нужен. Я разорил все дольмены. Я молодец. Я знатный разоритель дольменов. Лучший в этом лесу. Что это за штука? Костер. Это же костер? Дробовик. Помповый дробовик в дробовик. Теперь мы не помповый, а супер дробовик какой-то. Ну-ка. Что у нас тут? Так, стрелы у нас закончены. Ружье закончено. Пистолет. Дуло. Блин, дуло. Что с патронником? Увеличивает урон. А здесь 12 патронов. Давай урон увеличим. Так, здесь надо 400. А здесь надо... Вот здесь дофига надо. Здесь надо... Здесь тоже надо 400. 400 и 250. Отлично. 1050 мне надо очков еще. У вас тут есть что-то неоткрытое? Вот это вот где? Ладно, не пойдем пока. Никуда не пойдем. Надо пройти сюжет. Тут у меня последний зритель убежит. И пора, и уже в борду можно идти играть. Сколько можно заниматься ерундой. Борда, борда. Сегодня Лара, скажи, обновление какое-то хочешь вышло. Найти? Правда хочешь знать? Нет, но все равно ответь. Душа древней императрицы Солнца заперта в мертвом теле. Ее гнев – причина здешних бурь. Если мы уничтожим тело, бури прекратятся. Так, а зачем Матиусу Сэмми? Не знаю. И это хуже всего. Да что значит «не знаю», блин? Безумный. Да, безумный. Но безумие – все, что у нас осталось. Попробуем. Что значит не знаю? Даже я уже знаю, блин. А я не читаю этих записок. Бестолковая девчонка. Бестолковая.
Ладно. Пошли. Нет. Вы с Рейс будете сторожить главный вход, а я пойду за Сэмми. Пойдешь туда одна? Больше людей, выше шанс, что нас заметят. Вы нужны здесь. Убейте столько ублюдков, сколько сможете. Это будут не только братья Солнца, еще другие. Самураи, штормовые стражи. В общем, стреляйте во всех, кроме Сэмми и меня. Денчик мой, мы не прощаемся. Я не прощаюсь. Мы тебя прикроем. Дай бусы поносить. А? Ходит один в бусах, блин. А я тоже хочу. Я же расхитительница гробницы, у меня нет бус. Это вообще не дело. Как я могу без бус ходить? Расхищать гробницы. Гробницы не будут меня бояться. Просто. Как можно в непуганных гробницах ходить и что-то пугать? Осторожно, голову. Оп, оп, оп. Привет. Сэмми, она жива. Она жива. И милый доктор. Что же ты делаешь, Уитман? Кто эти? Штурмовые стражи. Люди. Они охраняют монастырь. Ждут, когда их представит новая императрица. Это сделает тот, кто вернет ее нам. Ну, разумеется, разумеется. Я встречался с такими обычаями. Пора сорвать куш, Джеймс. Давай. Иди. Меня зовут Джеймс Уитмен. Я пришел к вам с миром и привел новую императрицу. Смотри, сейчас как голова у него отлетит. Императрицу. Как это по-японски? Вашу... Дзё! Мою жену! Слова перепутал. Да стреляй, блин, дура. Стреляй. Кошмар. Ужас. На крысах, что ли, оторваться? Я попал? А где вторая? А ну иди сюда. Никогда мне не попасть в нее. Куда делась? Ладно, беги. Так. Ты здесь? Что за бестолковая девчонка, а? Ну вы только посмотрите на нее, а? Просто какой-то позор. А это что за галстук там висит? Текстурка? Так, если я туда запрыгну, то что? А, с той стороны я смогу залезть. Ладно. Хитро. Погнали. Щит. Возьми щит. Так, туда я смогу допрыгнуть?
через столько столетий все еще охраняет свою императрицу. Это какой патрон, обычный? Чего себе? Я убил штурмового стража. Я думал, их нельзя убить. Ау, кажется, теперь их нельзя убить, да? Беги, блин, дура! Беги! Я не виноват, это она сама. Я тут ни при чем. Исключительно ее вина. Она невнимательная. Ну и вообще. Так, теперь их четверо. Да ёлки-палки. Куда они ушли-то? Господа. Чёрт побери. Пацаны, вернитесь. Они обиделись и ушли. Так, это патрон для дробовика. Возможно, дробовик как-то им плохо влияет на их эти. На их цвет восприятия плохо влияет дробовик, они начинают путаться. Мы сможем всех убить? Да наверняка. Хрен знает. Куда дальше? Туда, да? Так, кажется, они не кончаются, кстати. Скорее всего, мы не сможем всех убить. Ну, можно начать. Хотя бы. О, это главный штормовой страж. Сейчас он оденется, и мы вообще с ним ничего не сделаем. Хорошо, что нас невозможно заметить.
Ну, почти невозможно. Ну, так-то норм, да? Да блин! Камеру-то хоть повернули бы, эй! Они издеваются, что ли? Я и так, блин, не понимаю, куда бежать, а они еще камеру мне отвернули. Негодяи. 100 опыта дали зато. Ужас. Что у нас тут такое? Давай-ка возьмем патронов. Пойдем. Так. Блин, надо их убивать. Блин, не попал. Не попал. Я должен тебя добить. Во. 60 очков, это круто. Целое очко навыков. Вот ради чего надо, блин, участвовать в этих. Дайте мне лагерь, я хочу это. Ура, лагерь. На этом мы и закончим, да? Так, на этом мы и закончим. И рядом враги. А где враги? А? О. Как они могут быть еще живы? Я не знаю. Как ты думаешь? 15 опыта. Ну, где остальные крысы? Страшно стало? Три пули вошло. Ха! Я, блин, мастер по убийству крыс. Я тут сейчас наберу опыта. Смотрите, я стрелял с пистолета. А, нет, этот хвост. Я думал, в ней стрела торчит. Наговариваю на игру, а? А в ней все правильно. Так, где-то здесь. Нету крыс. Но ведь вы были. Так, 15 опыта. Все. В записке, найденной у того полководца, говорилось, что причина бурь — душа в разлагающемся теле. Я знаю, что он говорил о последней императрице Солнца, но не понимаю, при чем тут Пимика? Она была первой императрицей. Матиас считает, что Сэмми имеет к ней какое-то отношение. Мне это не нравится. Будь ты проклят, Уитман. Ради славы ты готов на все. Наверняка разгадка кроется в ритуальном зале, но как туда попасть? Штормовые стражи надежно его защищают. Но я должна это сделать. Хотя я очень боюсь того, что там увижу. Странная девушка, странная. Так, что нам надо? Ледоруб качать? Не, ледоруб нам уже не надо качать. Давай посмотрим, что это за грязь такая, я не знаю. Будем кидаться камнями и землей? Нет?
землю еще. Я еще не кидал из землей. Давайте. Давайте будем кидать в них землю. В этих пацанов, на которых даже дробовики нихера не действуют. Кинем в них кусок земли. Или камень. Да? Что может быть лучше? Чем кусок земли, брошенный в бронированного противника. Так, здесь не хватает перезарядку. А здесь... не хватает. Так, короче, нам надо 1000 очков, но это будет потом. Так. Я показываю 3 пальца. Это означает, что стрим закончен. Я забыл, как рассказывать об этом. Так что все.